Всем привет, друзья! Ужин. На ужин. Угадайте, что это? Это фаршированные перчики. Да-да-да, вот уже отпал. Как это готовится? Не спрашивайте меня, потому что готовила мама. Запекала все это в духовке. У меня бутербродики вот такие, кетчуп, горчица, майонез, тройной удар. Ничего такие, что-то много всего. И лук, и специи, что. В общем, перцы разваливаются. Ну, вкусно. Есть еще в прикусочку лучок. Я вкусу и уломатло. Ничего, заходит нормально. Что-то с лучком, да. Я с таким бутербродиком. Сегодня воскресенье, завтра на работу. Ну, если вы смотрите этот видос, то у вас, наверное, среда, если не четверг. Уж не знаю, когда я его выложу.
такой перчик. Кто, друзья, хочет поддержать мой канал, ссылочки в описании. Ну, а мы продолжаем доедать фаршированные перцы. Про лучок не забывать надо. Блин. Уже налетело какие-то, блин. Сопли побежали. Горчичка ядреная. Хоть я чуть-чуть буквально смазал хлеб для вкуса и аромата, так сказать, но бьет по шарам. Сам бы я, конечно, такой не приготовил бы ни в жизнь. О, объелся. Получился ужин. Ужин был просто на высоте.